Левый, правый, левый, правый. Одно и то же. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Ну, наконец-то. Я уж думал, этот лес никогда не кончится. Мне казалось, что бандиты хорошо себя чувствуют в лесу. Угу. При условии, что в нем нет вооруженных до зубов эльфов.
Да. К вашим услугам. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. У меня-то уж нету сил. Мы должны доверять друг другу. Разумеется. Да. У меня-то уж нету сил. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Дисциплина принесет нам победу!
Черный дым, поднимавшийся от горящих садов и полей, превращал ясный день в непроглядную ночь. Находясь в середине колонны, Мэва не видела ни ее начала, ни арьергарда отряда. Рейнард велел солдатам сомкнуть ряды и маршировать молча. Пусть каждый держит ухо востро. Враг может воспользоваться ситуацией и устроить ловушку. Как только тишину прервал звонкий рог разведчика, Мэва тотчас же галопом направилась к голове колонны. Внезапно она очутилась среди обугленных, еще тлеющих хат. Что тут произошло? Среди развалин лежали тела крестьян. Босых, в одних рубахах, будто они еще не успели проснуться. Мэва посчитала, что это очередные жертвы нильфгаардцев, но Гаскон был другого мнения. Посмотрите на стрелы. Нильфгаардцы такими не пользуются, и эльфы тоже. А эти следы в грязи? Видно, что атаковали не строем, а поодиночке. Это должно быть бандиты. Стоявший рядом Рейнард согласно покивал головой. Гаскон знает, что говорит. В конце концов, он сам грабитель. Повисла неудобная тишина, которую прервала лишь Мэва, отдав приказ разведчикам установить, в каком направлении ушли бандиты. По следам вычислили, что разбойники укрылись где-то на севере. Дальше не поеду и вам не советую. Форт к северу заняли разбойники. Я почти уже дома был. У голубки своей на пороге. Поезжай в Эйдирн, говорили они. Продашь товар с выгодой, говорили они. Поезжай в Эйдирн, говорили они. Продашь товар с выгодой, говорили они. Развалины еще тлеют. Нильфгаардцы проходили здесь недавно, они не могли уйти далеко. Наверняка они уже у стен Альдерсберга. Нам надо спешить. Доблестные воины так быстро удрали, что собраться не успели. Красивый меч, как новенький. Славно смотрелось наше войско на параде, а как дошло до дела... Это мне как раз без надобности. Берите, если хотите. Чего ему в поле пропадать? Красивый меч. Как новенький. We'll be right back.
Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Копайте, не болтайте! Доспехи их не спасут. Лирия! Я тебе покажу, как в ров мочиться!
Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Покажу, как в ров мочиться! Достаточно одной стрелы.
Мэва с недоверием качала головой, глядя на расстилавшийся перед ней пейзаж. Нильфгаардцы уничтожали все на своем пути. Жгли хозяйство, вытаптывали засеянные поля, вырубали фруктовые деревья. «Ублюдки!» – прошептала она. «Они хотят, чтобы мы голодали!» Когда лирийцы достигли старого торга, небольшой деревни под Альдерсбергом, оказалось, что ее жители уже с неделю питаются мукой из желудей и мясом павших животных. Захватчики забрали всю собранную провизию и вывезли ее в расположенный неподалеку лагерь. Селяне умоляли помочь им вернуть награбленные припасы. «Госпожа, не успеем обернуться, как придут морозы. Если вы нам не поможете, до ростепели тут ни единой живой души не останется». Мэва обвела взглядом черную от пепла деревню, оголодавших, едва державшихся на ногах людей. Глаза ее слезились от едкого дыма, шедшего с полей. «Сделаю, что смогу», — просто сказала она. Королева знала, что сейчас не время для утешительных речей. Нужно было действовать. «Матушка, жалься, помираем с голоду. Матушка, жалься, помираем с голоду.